Всем привет, друзья, вы на канале Анатолий Щит, последний день на земле. У нас новые события, новая неделя. Новая неделя, это вторая неделя, фургон ученых, получается. Сейчас посмотрим, какие задания нас ждут. В полевой лагерь надо быстрее бежать, в полевой лагере, небось, там уже какие-нибудь новые штуки нам откроются. Так, посмотрим, репутация у нас будет еще. Так, вторая неделя. Первую неделю я даже, до конца еще даже не сделал. Заработать репутацию уважения у Роберта. Роберт. 4000 урона ближнего боя, 3 зомби на локации в грозу или снегопад. Ух ты, приманить 5 зомби по контракту. Ну, прикольно. И 40 разрушенная лаборатория противника на локации, разрушенная лаборатория. 40 противников нужно убить. Кстати, про лабораторию я отдельно видео сниму, потому что там интересно, бывает разные враги, разные противники. Ну ладно, побежали. Забегаем быстро, смотрим. О, мои кожаные сети. Забираем. Так, новое мерзлое отродье. Вот этого не было. Мерзлое отродье. Возьмем мерзлое отродье. Нужно огонь развести. Ух ты, прикольно. Так, открыли наконец-то нам Роберта этого. Посмотрим. О, контракты для исследований теперь еще есть. Вот это да. Этого еще не было. Ну, посмотрим. Так. Ну, здесь понятно. У нас нету на это денежек. И у меня вот он, у меня набор, кстати, есть. Целую кучу всякого добра. Это все из лабораторий и из разных локаций. Ну что ж, берем мерзлоотродье и вперед, погнали. Погнали, посмотрим, что там. Мерзлоотродье ждет. Сосновый бор, карта, локация, чтобы поймать нужных зомби. Вот она. Так, я взял с собой разрушитель. Получается, он мне нужен для заданий, чтобы токсичных зомби мы сносим. И таким образом выполняем задание. Нужно убить разрушителя токсичных зомби. Они здесь обязательно будут. Так, вот он, вот он. Ну, конечно, они попадают по мне, да. Вот так можно быстренько сделать все это дело. Мачете классная. Так, как этот толстяк за мной побежал. Я ничего не понял, почему он прибежал-то за мной. Ну ладно, забиваем его. Все. В ящике что-то должно быть. Ничего хорошего нету. Зомби, наверное, могут падать тканевые куски. Я тоже их забираю, вот такие вот. Чтобы потом делать сети кожаные. У меня кожи много, а вот ткани у меня мало. Ну, траву я собирать как-то не очень хочу. Поэтому я просто забираю ткань. Вот он, кстати, потуши костер. Сейчас наберем немножечко дров. Чуть-чуть дров нам нужно для этого дела. Так, где дрова, дрова, дрова? Беги, 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 беги. Вот раз бревно, два бревно, три бревно. Все, 5 бревен. Этого достаточно. Так, я могу предположить, что это будет очень опасно. Опасно. Потуши костер, зажигаем, смотрим. Так, где? Где он? Где ты? Ну, выходи. Вот он бежит. Бежит мёрзлое отродье. А, оно регенится. Получается, если попадает по вам, то все, он может восстанавливать свое здоровье. Поэтому отводите его подальше от костра, потому что на любую приманку будут бежать толпы. И вам будут мешать и не давать поймать. Опа. К костру не подходите, лагает. Залагало меня там, я перебегаю в другую локацию. Сейчас сходим в фургон ученых, посмотрим, что там. Потому что там лагает, когда костер горит. Еще нужно подождать, пока он прогорит, чтобы следующего зомби... Ух ты, вот эта толпа какая-то бегает там. Что это такое? Бля, вообще, какие хитрые. Куда я иду, в ту сторону они бегут. Какая-то толпа очень это опасная. Так. Ой, сразу меня заметили. Да ладно, что ж такое, безумные отродье. Они вроде безумные, но зато они бегут вон как. Так, ну у меня брони, кстати, нормально. У меня военный сет, плюс еще каска такая хорошая. Пока что по 2. По 2 хп сносят. А, мне надо еще на этом задании же нужно это. Задание второй недели нужно ближний бой нам их добивать. Ах, ну я сразу про это и не вспомнил. Просто их толпой побежало. Слишком много, слишком. Так, посмотрим, может быть еще здесь одиночные есть какие-то. Здесь тупик, если вас здесь зажмут, то это будет очень больно и печально. Я взял с собой тактический рюкзак, но лучше все-таки я порекомендовал вам идти сюда с военным рюкзаком, чтобы вы не потеряли здесь ничего. Так, соточку еще. Так, соточка вторая пошла урона. Ближним боем.
И, кстати, с них тоже падают штуки такие нужные, полезные. Всякие там шприцы, там пробирки какие-то с кровью, еще что-то. Все забирайте, кстати, безумных отродий. Вот сейчас посмотрим, что здесь. Динамик. Ну ладно, динамик заберем. Так, что-то я тут вижу. Ничего себе. Ой. О, вот это крикун какой. Это вообще, это будет опасно. Я смотрел скрины, это очень опасный босс. Сейчас я попытаюсь его убить. 500 хп. Я стараюсь не подпускать его, чтобы он не разменивать с ним удары. Это, конечно, очень тяжело. И у меня кончается мой глок. Приходится выбегать. Смотрите, я выбежал, на почте забрал Узи. И сейчас я вернусь, и у него будет опять 500 хп. Вы представляете? Это вообще нечестно. Потому что лучше с собой берите запасное оружие, если огнестрельное, то два огнестрельных оружия. Если одно сломается, то хотя бы второе. Вот это, кстати, тоже какая-то кислота разъедает. Вот второй динамик забираем. Но я надеюсь, с Узи мы хоть мы его ушатаем, потому что, ну как-то, блин, вообще нечестно. Вот опять он кричит. Подходим, 500 хп. Ну класс, вообще класс. Получится вообще как-то очень-очень хитро придумано. Если вы выбежали на глобальную карту, значит все, вы уже можете заново это проходить этот путь и снова ему сносить вот эти вот 500 хп. Но по 6 стреляет, ну это вообще смешно, конечно, даже. Нет у меня модификации, конечно же, на Узи, это, конечно, очень плохо. На самом деле, с модификациями это оружие совершенно другое вообще. У него другой... Ой, как быстро он бегает. Чуть не задел меня. Ну, это очень опасный карикун. 170, я надеюсь, мы его ушатаем. Так. Ну-ка. 122. Сколько еще раз бегать придется? 86. Ну давай. Мне надо еще контракт до конца выполнить, там бежать. Давай, быстрее. Время не ждет, я уже 13 минут уже все дела делаю. Есть. Вот какие награды дается, классно тоже. Ну, все-таки это все нужное, наверное, нужное будет. Посмотрим, насколько это все нужное. Пока что я даже не могу представить, насколько это нужное. В следующем видео мы это выясним, я буду ловить зомби других и будем, получается, смотреть, что там из этого нужно. Так, ух ты, нормально. Прям хороший такой ящичек. А здесь что? Здесь тоже забираем. Ну, здесь так себе. Разрушенная лаборатория, похоже, по награде. Примерно то же самое. Примерно то же самое, на самом деле, что и в разрушенной. Но здесь полегче. Здесь полегче, все-таки, мне кажется. А вы как думаете? Пишите свои комментарии. Всем пока.